на канале Софичка, и меня папа будет рисовать. Всем привет! Портал. Всем привет! Я такой сегодня не папа, а пират. У нас серия челленджей с аквагримом. И мы должны сегодня нарисовать вот такую радость. Точнее, не мы, а папа будет разукрашивать Софию. Ну да, что, теперь папе на очередь, да? Папе страшно, потому что папа рисует очень. Папа, не ты очень. Оторвись! София на тебе оторвалась, теперь ты оторвайся. Давай мы сейчас тебе вот тут губки. Вот тут вот беленькими. Рот закрой. Не бойся. Чего? Папа, аккуратно. Щекотно? Софийка, дай-ка нарисовать. София, уберу зеркало. Давай я пока уберу зеркало. Вот так вот. Так. Да, давай глазки вот так, сейчас беленькие. Вот так вот. Подожди, зайка. Не бойся. Вот такая кошечка должна получиться. Давай, зайка. Леопард такой должен получиться. Мне даже страшно. София, пожалуйста, дай я пос... Мне даже страшно чуть-чуть. Софиечка, я папа же не дергался, когда ты его рисовала. Подними личико. Подними, пожалуйста. Так, все, зеркало я убираю. Потом посмотришь. Ух ты. Мне здорово, папа, не рисуй, не тыкай в глаз. Все, папа с этим закончил. Дай мне желтый, пожалуйста. Дай мне смотреть. Нас клиент куда-то сбежал. Папа еще не закончил, София. Папа еще не закончил, София. Мне не нравится. Почему Софи? Тебе не нравится? Подожди, да я же сделаю. А закройте. Вот художники, вот им все не нравится. Ну, капризные вообще. Давайте мы сейчас. Оказывается. Теперь будем желтеньким. Папе ж нравится все, что ты нарисовал. Тем более он еще не закончил. Так, я вот еще обводку сделаю потом, чтобы потом понимать, как это сделать. Так, Софийка. Сиди ровненько. Носик. Подними личико, подними личико. Солнышко, дай я тебя дорисую. Я ж сидел, теперь дай я тебя. Подними личико, София. Подними вверх. Я ж не вижу, солнышко. Подними посмотри вверх на меня. Голову. Вот так. На папу смотри, да. Вот так, хорошо. Вот так, теперь я буду закрашивать. Ты же хочешь быть красивым леопардом? Да. Такая, как будто бы на... Все, папа, да. Как будто не знаю, что сделал. Да. Давай. Можно голову вверх, солнышко? Дайте я дорисую, я же не могу нарисовать. София и зеркало – это две вещи. Пожалуйста. Если тебе это все не понравится, мама тебя нарисует 100% круче, чем папа. У нас же челлендж «Кто кого?». А если вам интересно... Чем закончится вся наша серия челленджей, то обязательно подписывайтесь. Самым красивым. И ставьте лайки. Конечно. А еще жмите на колокольчик. Чтобы не пропускать новых видео. О, папа уже наловчился. Папа боялся, но... Да София, мне кажется, больше боится. Да, боимся, но руки-то делают. София, я тебе буду рисовать, ты тоже будешь скоро бояться? Скоро будет профессиональный аквагримщик, папа. Так, теперь посмотри на меня, пожалуйста. Солнышко. Я же не могу так рисовать, когда не вижу, что я делаю. Вот так, так, теперь черным. Где там наш черный? Можно мне черненький? Носик. Очень классно получается, София. Носик, да? Да. Достать. Очень классно, София, получается. Так, художник, советчик. Советчик, конечно. Наш главный художник в семье. И мама. Вот так вот. Опа. Художник, вернись на родину. А-а-а, ты мои волосы задел. Ничего страшного, помоешь. Ну, получается, неплохо, папа. О, наконец-то папу оценили. Губы не закрась. Вот такая мордочка. Здесь у нас.
Папа, губы не закрасили. Солнышко, дай, я не могу так работать. Дай папе свое лицо, а то холст куда-то убегает все время. Ну, все время холст куда-то убегает. Так, так, кажется. Я вам не холст. Лицо твое холст. Так вот, вот получилось. Лицо не мое холст. Так, осталось уже не так много. Вернись, пожалуйста, на родину. Смотрите, раз, два, три. Вернись, пожалуйста, я все прощу, вернись. Тик-тик. Теперь эти усики, да? Шва, 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 пым, пым. Вот такой вот получился. Это пятнышки. Ну как, София, смотри на меня. На меня посмотри, пожалуйста. Тебе не понравилось? Ну, чуть-чуть нравится. Чуть-чуть нравится. Мне нравится лоб и носик. Вот такие у нас получились два аквагрима. Я пошла снимать это. Подписывайтесь все на наш канал, ставьте лайки. И всем пока! Поставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. И всем пока! Я пошла!